очень серьезный шаг, это веха развития российского хоккея. Наша страна, наши юные таланты давно уже были готовы к такой единой программе. По большому счету, каждый тренер, он все равно работает творчески, но общее направление, оно должно быть одним. Программа была написана по дневникам таких великих тренеров, как Тарасов, Тихонов, Юрзинов, и все это объединить, перенести через разные поколения и выдать вот этим ребятишкам, которые будут сейчас заниматься хоккеем 80 лет. Это очень важно. Наша задача все-таки акцент делать на детей, но эти же методики, когда мы дойдем, сейчас у нас два возраста, 8 и 10 лет, мы должны сделать эти все методики на все возраста. И методики, и эти подходы современные, они у нас уже работают в национальной команде, в национальной сборной.